Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы идем на наш рынок. Находится он в Махале Сагуксу. Да, в Махале Сагуксу, правильно. Не соврала. Ты просто меня так смотришь, как на полоумную. Проходит он по четвергам. Здесь есть как овощные и фруктовые ряды, так и одежда. Но мы сегодня с вами посмотрим только съедобное. Если вы смотрите нас и еще не подписались, не надо так, обязательно подписываемся тут. И ставим лайки, если вам нравятся наши выпуски. Всем спасибо и приглашаем прогуляться. И, кстати, забыла сказать, с другой стороны рынка там проверяют хэс-коды, пускают только по хэс-кодам. А с этой стороны рынка можно спокойно пройти. Так что в виду имейте, когда пойдете на рынок, могут спрашивать. Так, начало нашего рынка, наши сладости любимые сбоку, которые мы снимали. Да? Здрасте. Добро пожаловать. Вот точка разоблачения, где продаются на рынке, да? Угощаю. Садись, сколько авокадо. А вот это что это новое? Давай спросим. Что-то новое привезли, раньше не продавали. Вообще какой это вкус? Манго? Нет, это не манго. Так, ну авокадики вон 3 по 10, но они маленькие, конечно. А вот 4. 4 по 10. 4 по 10 еще меньше. Ну они, да, маленькие-маленькие прям. Можно, короче, взять 4 по 10 много. Интересно, что это такое? Это вообще сладкое или не сладкое? Да, наверное, сладкое. Счастливо Денис выбирает авокадо и спрашивает, какие мне нравятся, я вообще не знаю. Вкусные. Да, вкусные. Подсказывайте, пожалуйста, что это за фрукт. Пока мы его не взяли, но мне кажется, я его возьму. Вообще, с чем его едят. Так, пока покажу бананчики по 10 лир красивые и миндаль зеленый. Я не знаю, по вкусу чисто абрикос зеленый. Что миндалем называют, я не пойму. Может, это и есть? Просто, мне кажется, миндаль – это просто особый сорт абрикоса, нет? Я не знаю, может. Надо будет просмотреть этот вопросик. Так, у нас тут идут мандаринчики. Это уже прям остатки коллекции, как вы можете видеть. Им немножко плохо, но кило стоит 2,5 лиры. Я думаю, если на мармеладке какие-нибудь, может быть. Так, тут у нас штука по 1 лиры. Что там еще? Кабачки по 4 лиры. Можете посмотреть, какая гора перчиков. Перчики тут любят, как можно было понять. А, вот сейчас вот посмотрели. Как посмотрели? Нам сначала подсказали. Спросили, добрые, да? Люди. Да, а потом уже погуглили. В общем, это у нас... Вот, вот это у нас пепино. И вот тут пишут, что по форме плод напоминает огурец или грушу. А по вкусу это сладкая дыня с нотом ананасов и тыквы. А почем она? Когда? 10 лир. Что, возьмем одну? Штуку? Ну, давай. Так, тут у нас зелень по традиции. Так, там произошла драка, и все вон смотрят туда. Она еще не произошла, там разогнали, и один там человек с палкой. Ну, я не стала снимать, потому что, мне кажется, это не очень корректно. Денис говорит, зря такие вещи не снимают. Я говорю, что Настя плохой папарацци. Ну да, 1 лира яблочки, 1 лира лучок. Так, вот эти помидорчики по правую руку 5 лир стоят. А вон помидорчики черри. Дениска, на, держи. Давай, держу. Угу. О, тоже 5 лир стоит. Так, я смотрю, тут отдел с посуды потихоньку уже это зачесывается. Огурчики, да. Огурчики 3 лиры стоят. Баклажанчики по 3, подешевели, кстати. Раньше стоили дороже. Так, а, мне кажется, они с утра еще стоили 3,5, видишь? Ну, не знаю, но раньше... Ой, они по 5 стоили. Что-то дешевеет, что-то дорожает. Жизнь течет, все меняется. Ну, вы сами видите, перчики по 5, по 5, по 8. Так, ну, собственно, здесь произошла драма. Блин, слушай, здесь они покрупнее. Кстати, вот эти, да, я и говорила. Вкуснее, да? 4 штуки, 20 лир. О, 3 кило айва, смотри, какая здоровая, да? Угу. Ну, айва, кстати, здесь дешево достаточно. 3 кило, 10 лир. Яблочки красивые. Угу, клубничка, вот. Этот пакет 8 лир. Маленькие на засолку 5 лир. Так. Вот какие красивые. Людей не смущаем. Mm-hmm. А тут украшенная фасоль. 0,5 кило, 6,5 лир. Смотрим, что за то. И маленькие кабачки по 5 лир. Ты кабачков не наелась. Мне кажется, еще будет классно их солить. Кабачки? О, кстати, киви мы тут в прошлый раз брали. А, нет, мы их за 10, по-моему, покупали. Нет, в этом месте или нет? Не помню, да, уже, если честно. В этом фу. Да, за 10. И вот тоже перчик помидорчиками украшен. Красиво, да? За половину кило. Да.
Да, тут главное не прозевать этот момент, а то может так неловко оказаться. Яблочки за 2 лиры. О, шпинат, тут, кстати, 4 лиры килограмм. Ну, вроде нормально, цена для него. Да. Ну, просто в России он продается за 5 лир. Я никогда его в России не покупал, да и здесь, по-моему, не покупал. Да, надо купить и что-нибудь с ним сделать. Съесть? О, мята. Обожаю мята. Кстати, она по 1 лире, можно на неделю покупать и заваривать вкусный чай. Он по-дзерски 4 лиры. Кстати, да, мне кажется, мята здесь круглый год, так что можно даже не сушить ее, а всегда свежую кушать. Но у нас сама сушится в половине. Покупаем. 9 лир покупаем бананы. Крупные грейпфрукты по 5 лир. А вон айва, 2 кило 5 лир. О, смотри, а это еще даже крупнее, чем там была. Да. Там слюни пошли. Да. А, смотри, бананчики. А я уж показываю. По 8,5 показываю и по 9. А помидорчики по 3. Ну, тут такие обычненькие. Ну да, сырую тележку ставим. Баклажаны вообще по 2,5 лир. Кстати, вот ты замечаешь, что вот в этой стороне все время дешевле. Вот а, не вот все, баклажаны. Что-то дешевле, что-то вот дороже. Вот морковочка по полтора. Тут все время надо ходить. Пошла. Зачастую просто тех продавцов, что в прошлый раз что-то одно брал, у них уже ассортимент может поменяться. Ну да. Так что не угадаешь, где что дешевле. Джинлюк. Не знаю, что это такое. Я думала, не знаю, для чего. Мне кажется, что по типу, наверное, лаваша армянского такого большого. Не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Сыр. Покажешь? Ну, я его показывал. Ну, давайте еще разочек покажу. Красиво, здесь сыры у нас от 20 до 30 лир. Ну, естественно, перед покупкой. Ну, скорее всего. Это ваше производство? 19 лир. Ну, я так подозреваю, он, наверное, не очень хорошо говорит по-русски, но допустим, что его производство. Чуть-чуть по-русски. Чуть-чуть. А вы делаете? Да, да. Ну, говорит вроде да, но тем не менее. А сыры надо пробовать перед покупкой, потому что кому-то они могут показаться очень соленые. Ну, некоторые их покупают, вымачивают в воде и потом кушают. Такие дела. Да, Настя? Ого. А вот здесь у нас виноградные листы такие квашеные. Оп. Лимончики по 2,5, но тут подпорченные немного. Подпорченные? Ну, не знаю, в принципе, вроде ничего. Да. Вот на стенку вешаем. Помидорки здесь на веточке. Смотрю. Что у нас еще? Какой-то ажиотаж. Можем пойти, кстати, это как узнать, где на рынке хорошая цена, там где ажиотаж. Ну, это не обязательно, конечно, но... Обычно, да. Часто так бывает. И надо, может, там просто драка. Ну, да. Как сегодня. Да, ну, это я первый раз такое увидел. Сегодня, как вы заметили, очень тепло. Денис вообще в футболке, а я вот в такой вот... А Настя мерзлячка. Да. Капустка по 5 лир. Ящильник бедра, вырвать! Пойдемте, давай отнеси. Да я понесу. О. Сухофрукты. Смотри, наборы специй такие интересные. Видишь? Здорово. Ага, и смотри, самое здоровое еще и эту травку постелили. Да, прикольно. Арбузики начались? Да, арбузики давно, но сейчас все туда почаще стали. Почаще стали попадаться. Побольше выпал. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, спасибо. Почему меня девушка назвала? Потому что он на меня смотрел. А вот если, смотри, такие красивые кило за 10 лет. Оливочки здесь у нас. 14, 18. Вот эти 18, их, по-моему, по 26 лет. Денис уже лучше знает, чем... Да. А, кстати, вот есть, я знаю, многие везут от перчики в закваске. Ну, прям, они очень острые, так что чисто для любителей. 16, они прям мега-мега-мега. Налез косточки. Я не люблю косточки. Ты не любишь, а может, это...
Сегодня, кстати, хороший рынок на цене. Помидорчики три. Мэнаба черри не кадар. Черри пешро. Беш. Черри ушро. Ордон пощадли. Сейчас пойдем, наверное, в... покажем грибочки. Грибочки. Мэрба. Не кадар. 10, давай. Ананас очень сюжет, 10. Сколько им было? 10. Там за 8,5, я ее продавал. Нет, всегда надо выбирать по цене. Почему? Мне нравится выбирать по цене. Красиво на нас нарезано. Ага. Ну как красиво, это привычно нам, российским жителям. Привычно? А где грибы? Я не знаю. Чем? И вот чем эти замечательные люди торгуют. Яблочки. И ананасики. Калите, калите. Бурда калите. Мюштери бильер, калите. Все позитивные в основном. Ну, мне кажется, весь день на солнце по-другому никак. Ну да. Так, куда так идем? Жить. Так, я не понимаю, где грибные ряды потерялись. Красивые помидорки. Ага, выложили их так. А вот грибочки, но они бесценны. Где грибочки? А, вон они, где там. О, вот прям такая красивая морковка живая. С ботвой. Здесь, я уж так понимаю, такие более ряды, вот кто сам прям выращивает, не, потому что они подороже. Обычно те, кто сами выращивают, как раз таки вне территории рынка, потому что здесь платить надо, а там платить не надо. Маленькие хозяйства. Все можно. А вот зеленая, я опять забыла, господи, простите меня. Брокколи? Да вот нет, по-моему, не помню. Не знаю. Я просто даже не запоминал, я и не знаю, как они называются. Я читаю, причем уже два раза мне напоминали, и я все время забывала. Можно, кстати, специи здесь купить, вам мускатный орех. Здравствуйте. Здравствуйте. Запах специями прям вообще аж в нос бьет. А мне нравится. Прям все-все есть у них. И самое главное, что на русском подписано. На русском, на английском, еще и на турецком языке. А еще, смотри, здесь есть такие вот штучки у нас. Это чипсики, наверное. Чипсики, ну да, что-то вроде. И попкорн. Какой попкорн? Это попкорн. Нет, там семечки. Красивые колбаски. Давай попробуй, девочки. Спасибо. Вот, пожалуйста, что сегодня грибов, что ли, нет? Картошечка красивенькая, по 1,5 лиры. Ну, крупная. Кстати, вот я лично люблю такую крупную картошку, что прям одну взял, быстро почистил и дальше с ней готовишь. Ну, кому-то не нравится, конечно. Да, Настя? Да. Мне нравится, когда ты готовишь. Я против, я не против. Посмотрите. Я прям не устаю удивляться там размером местной редиски. Очень большая. У меня как бы кулак не маленький, а уж редиска тут, не знаю, такая грамм 400 весит. Яблочки красивые по 3 лиры. Вот это тот самый миндаль.